Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манухар Ванчакалпатарувашакипасиндабевача Патитанам Павунебха Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангунглам Хайтагирим Яттипатам Хангаванди Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидевай Пиявай Кешавасача Снабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сварасватинг вясам тато жайо мудира Саңкиртане Кришна катхопадеша Гаурия патрашо пракасанича Шадануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагод Барана Дейям Сада Парибхавагнам Авишчадухам Тетхаспадам Сива Виранчанатам Сараньям Бхитатихам Панатапала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ядпада Паллавана Качандамани Чатай Биспуриджи Такимапикабадушва Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамути Сарадхикама и Калангива Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Си Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Си Аддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе. Аджану ламбита бхужау канука бодата, Шанкетанай кавитару камала ятакши. Вишамбару диджавару югадхармапалу Банде ягат приякару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диббарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гаури Нирантара Бибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пхарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджишо Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаши Яшастхиде Самби Вам Нишингамахам Бхаджи
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Кришно тадьяпад панкаджо панджарантам аддайваме вишату манасараджахамса прана праяна самай кафабату питвай кантавародхана видхо бхажанам кутосте Кришно тадьяпад панкаджо панджарантам аддайваме вишату манасараджахамсаха прана праяна самай кафабату питвай кантавародханам видхо бхажанам кутосте Gaurya Goshtipati, Jagat Guru Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada told that Gaurya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, Prabhupada сказал, что без Бхагавата Веши, без вдохновения никто не может действовать как гуру. Гаудия Гоштипати Джагадгуру Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что без Бхагавата Веша, без такого вдохновения, никто не может действовать как садгуру, то есть без милости свыше. Когда мы видим, что Гурудев занят какими-то материальными вещами, иногда баджан какой-то делает, но в большинстве случаев занят обретением славы, почести, денег и прочего, очень привлечен этим всем материальным, то тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами так Прабхупад говорит, что такого гуру нужно оставить, поскольку иначе вы не сможете никакого блага в вашем Харибаджане получить. И не то, что Кришны, вообще какое-то осознание даже не сможете получить, что говорить о божественном знании. И вот это наша честная молитва Нитьянанде Баларама. О Прабху, пожалуйста, позволь нам обрести подлинного гуру, Таттва-гьяни гуру. Это должна быть наша молитва лотосным стопам Баладева все время. О Баладев, пожалуйста, помоги нам обрести такого гуру, который дарует нам Таттва-гьяну и Асеватхикар и все остальное. Большинство из людей, они не понимают подлинное значение, смысл гуру. Они под воздействием эмоций бегают туда-сюда, принимают непонятно кого. У них нет подлинной нужды, подлинной потребности в гуру. Я уже говорил, как из экономики есть такое понятие, как спрос. Если есть спрос, то и предложение родится, автоматически произойдет. Как в идеальной экономике, так и должно быть. Никаких искусственных кризисов или еще чего-то. То есть все должно, спрос, когда рождается спрос, то и предложение появляется. И вот если нет спроса, потребности, то как мы можем ожидать, что предложение возникнет? А если у нас есть подлинное желание в нашем сердце обрести божественную помощь, то тогда мы ее и обретем от Нитьянанды, от Баладева, от Гуру Варги. Баладев, он будет вести нас, чтобы мы смогли обрести должного, достойного садгуру, который полностью находится в таком, поглощен служением. Не то, что утром
два часа совершает баджан, а все остальное время чем-то посторонним занимается. Такого не может быть. И вот проповедь может быть совершена таким гуру, который всегда находится в таком таком состоянии, когда он всегда имеет бхакти. И вот в этом стихе говорится, что без Кришна бхакти, в Чайтанья Чаритамрите говорится этот стих. Что без бхакти никто не может проповедовать, если какая-то сила пытается проповедовать, но он не может вдохновить бхакти внутри других обусловленных душ, это невозможно. Кришна бхакти нельзя, а садгуру не может вложить Кришна бхакти в сердца других обусловленных душ. Если у него самого нету, как он может дать что-то, то, чего у него нет? Бхакти значит сева, настроение служения. И поэтому Шрила Прабхупад был вынужден сказать так, что без полного благоговения свыше, без вдохновения свыше никто не может действовать как садгуру. Конечно, обманывать всех подряд он может, но садгуру быть не может. И Шрила Прабхупад говорит, кто-то спрашивает меня. И вот Шрила Прабхупад говорит, можете ли вы показать Верховного Господа? Или видели ли вы Верховного Господа? И Шрила Прабхупад говорит, я думаю, такие люди не заинтересованы в Верховном Господе, поскольку мы знаем сейчас, мы теряем нашу анугатью. Мы не можем доказать, что мы совершенным образом следовали нашей Гуру Варге. Мы не можем прикоснуться к Гите Бхагаватам Шалаграмму и сказать так. Только единственный признак – те, кто находится в полностью таком вдохновленном, погруженном состоянии, которые всегда говорят Харикатху, совершают киртаны, и поэтому Шрила Прабхупад говорит, что без этой милости никто не может действовать как ачарья. Я знаю, весь мир может следовать какому-то человеку. Ну вот, могут следовать кому-то, на которого они думают, что он садгуру. Конечно, могут думать и пытаться следовать. Каждый волен делать все, что хочет, никто не будет проверять вас, но верите вы мне или нет, я, сидя на Вьясасане, я вынужден сказать, что те, кто получили полную милость Шрилы Прабхупады, милость Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Такур Прабхупады, да, или Бхактивинода Такура, или наши Гуру Варги, они будут просто смеяться, ведь видя все это, и просто уйдут с того места. И это только возможно для тех, кто находится под руководством Сварупы Рупа Рагунатхи. Сваруп Рупа Рагунатхи, Сваруп Гасай, Руп Гасай, Рагунат Гасай, я имею в виду Шрила Бхактивинода Такур, я имею в виду Шрила Прабхупад. И вот те, кто находится под их руководством, и они могут понять сразу, что подлинное, что ложное, а другие люди, какие бы качества они ни имели, они не смогут понять, что есть что. Это не шутки. Весь мир может стремиться следовать какому-то человеку, про которого они думают, что тот великий гуру, джагат-гуру. Тысячи людей могут следовать какому-то мошеннику, но те подлинные рупануга бхакти, рагануга бхакти, те, кто следует Бхактивинод Даре, those were enjoying the full kippah, Bhaktivinoda Thakur and Prabhupada.
И вот те, кто получили полную милость Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура, то, несомненно, я могу прикоснуться к шалограмму и сказать, что они просто улыбаются, видя эту ситуацию. Это игра Майи. В тот день я говорил, если я увижу, что количество животных в лесу увеличивается, то беспокоиться не следует. Но если количество людей увеличивается в мире, это очень опасно, поскольку, согласно Бхагаватам, описывается здесь, что эти люди не совсем люди, они похожи на человеков, они люди, ну, вроде две руки, две ноги, у них два глаза, но в Бхагаватам, согласно Шримад Бхагаватам, описывается здесь, что... Что хотя они вроде двуногие, а ведут себя хуже, чем животные. Весь мир настолько глуп, что не понимает таких основ, такого здравого смысла, а думают о себе, что они очень разумны, но даже таких простых вещей не понимают, что если нет потребности, если они не заинтересованы в Бхагават-бхаджане, то как он придет? Если нет никакого спроса, никакой потребности в татва-джигьясе, в самовопрошении, то если нам не интересно знать, кто мы на самом деле и какова наша цель и наши обязанности. И вот Брахма-сутра начинается, и Бхагаватам вот это Атхато Брахма-джигеса или Дживасе Татва-джигеса. И в Читани-читамрите говорится «Ке Ами», и почему я страдаю от этих тройственных страданий. О Прабху, я не знаю, кто я. И вот Санатан Гасай говорит перед Махапрабху: «О Махапрабху, я не знаю, кто я на самом деле. Как ты вот, тебя так и так зовут, но нет. Я хочу узнать, кто я на самом деле, откуда я пришел, куда мне нужно идти, оставив это тело. И почему я страдаю, и почему Пракрити, эта природа, она меня беспокоит как-то. И эти три гуны, материальные природы, сатья, сатва, тама, раджа-гуна, они причиняют мне беспокойство. И как я могу обрести подлинное благо? Весь мир, он занят какой-то корыстью. Каждый, куда ни посмотри, даже так называемые преданные, заняты какой-то корыстью. Если сделаю так, я получу то, сделаю другое, получу второе или потеряю что-то. И вот все заняты подсчетом прибыли и убытков. Но дикша, она возможна только через полное самопредание лотосным стопам Садгуру на 100%, а без этого ваша дикша не совершенна, не закончена. Даже может внешне кто-то получил дикшу, но на практике ее нет, или она такая ложная дикша. Весь ваш ум, тело, все, что связано с вашим телом, мы полностью должны предаться лотосным стопам Садгуру. И тогда Садгуру может спасти нас на 100%. Он и даст нам вечное служение, нитя-севу. Садгуру, он всегда пытается сделать лучшее, даровать нам татва-гьян, татва-чакшу, чтобы наше сомнение, нерешимость ушла. Этот материальный мир зовется Кунтхамой джагат. Мы знаем, есть Вайкунтха джагат, а это Кунтха джагат. Вот есть Вайкунтха, где нет никаких беспокойств, а этот мир наоборот, что одни проблемы, одни беспокойства, нерешимость. Вот. И вот
можно видеть, люди всегда как-то в нерешимости пребывают, их сердце нечисто. Гуру Вайшнава не заинтересованы в каких-то материальных благах. Они всегда находятся в связи с Пурнавасту, с Верховным Господом. И у них нет никакого неудовлетворения. Они полностью довольны всем. Но опять же, служение они хотят совершать больше и больше. Такое чувство у них есть, но во всем остальном они полностью удовлетворены, но... И такой вопрос самовопрошения, если не приходит в наше сердце, кто я, то как дикша возможно? Если вы вообще не чувствуете необходимости, если вы не чувствуете, как Кула Шикарджи, если у нас есть такое чувство, о Кришна, моя жизнь уходит, я умираю и сейчас. И все эти, вся прана уходит из моего тела. Я не могу произнести ни единого слова, и нахожусь в такой ситуации, молюсь лотосным стопам Кришны, о Господь. Я хочу, чтобы мой ум был подобен лебедя. Как лебедь, он никуда не идет, а просто хочет плавать в Манасароваре. И вот эти лебеди не хотят плавать в Манасароваре и едят сердцевины цветов лотоса. Но утки, они едят всякую гадость, плавают где попало, со всякой грязи. Но лебедь другого характера, он хочет всегда плавать в чистейших озерах, в чистейших водах, как Манасаровар. И Кула Шикарджи, он молится лотосным стопам Кришны. О Кришна, я молюсь твоим лотосным стопам. Мое время проходит, я умираю, и сейчас это моя молитва тебе, то, что мой ум, он подобен хамсе, лебеди, он должен виться вокруг твоих лотосных стоп. Я хочу обрести шанс достичь твоих лотосных стоп. И сейчас мое состояние очень плохое, я оставляю свое тело и теряю всю свою силу. Даже у меня нет силы сказать, произнести твое имя из-за вот этого кашля, из-за того, что эти праны в теле разрознены. Мой голос не слушает меня. Всю жизнь я пытался сделать что-то, твой баджан совершать, но сейчас обнаружил, что... О Господь, я не могу совершать твой баджан, где же ты, и где мой баджан тебе? Мое тело сейчас очень нестабильно. И мы, к сожалению, не чувствуем этого, что наша жизнь, она не вечна, нестабильна. This is philosophically true.
И вот эти слова, может, они в философии красиво выглядят, но на практике как это все почувствовать? Но Шрила Бхактивинода Тхакур, он чувствует это сердцем, он хотел дать нам это чувство. Те, кто по-настоящему хотят совершать баджан. Вы знаете этот гимн, если вы почувствуете то, о чем там говорится, и тогда вы почувствуете всю глубину и сможем подумать о том, что чем мы занимаемся всю жизнь, наша жизнь прошла, и какой Кришна Бхаджан мы совершали. Если нет у нас потребности достичь трансцендентного мира и обрести нитья-саву в нашем сердце, если нет такой потребности, то как возможность появится тогда? Если нет потребности, то и возможности не будет. А если у нас есть, будет потребность, то этот божественный источник, он исполнит все наши потребности. Кто-то спрашивает Шрилу Прабхупаду, такой сомневающийся человек спрашивал, видели ли вы Верховного Господа сами? И Шрила Прабхупад сказал, что такое, это не то настроение, не настроение предания, это такой аргумент. Склонность к аргументам. Я много раз говорил, что логика не может находиться на пути абсолютной истины. Почему вы применяете вашу логику, может, думаете, что это может то или не то, пятое, десятое и прочее, прочее. Но Шрила Прабхупад говорит, я видел Верховного Господа или не видел, вам-то какое дело? Что вы будете делать с этим, если узнаете, видел ли я Верховного Господа или нет? Хотите ли вы увидеть Верховного Господа или нет? Вот, это главный вопрос. Прикоснитесь к Шалаграму и скажите, хотите ли вы по-настоящему увидеть Верховного Господа, обрести вечное служение Ему? Сначала скажите об этом, как я уже говорил. Шрила Бхакти Дайта Мадхава Гусай Махарадж. Он в то время был брахмачари. И Хайгрив Брахмачари по указанию Шрилы Прабхупады отправился встретиться с доктором Сивараманом, который получил Нобелевскую премию, тут местный этот калькутский этот ученый на тему света что-то там и изучал в Калькутском университете. На Раджа-базаре там вот это один, два стало, но в то время один был. И вот Хайгрив Брахмачари пошел встретиться с этим Сивараманом, чтобы пригласить его. И вот я вскоре буду говорить о Шриле Прабхупаде и его Радхадасе со следующего дня, надеюсь. И вот там я покажу вам, что это тоже Радхадасе. Почему Шрила Прабхупад приглашал всяких бесполезных, уважаемых людей в обществе, какое благо он получал от этого. Но не все могут понять, поскольку не у всех есть полное представление о Юкта Вайраги. И вот если у нас нет такого четкого представления о Юкта Вайраги, то когда мы, как мы поймем все это? И вот в тот день я говорил, что Гуранга Махапрабху хотел научить нас Ачинтья Бхеда-бхед Таттве. Но и через это Татву Махапрабху хотел сказать нам, что все исходит из Верховного Господа. Нет ничего отличного от того, от той Адвайгьян-таттвы. И поэтому это одновременное единство и различие.
Кришна в Гите говорит также, что я, у меня есть отдельное я. Мы должны это понять, то, что мы видим или то, что не видим, все в этом бесконечном мире, оно одновременно едино и отлично и неотлично от Шри Кришны. И эту адвайгьян татву мы не можем выполнять сердцем, и от этого все проблемы и какие-то сомнения, другие желания, проблемы возникают. И вот Шрила Прабхупад говорит, и вот Шрила Прабхупад отправил Хайгриву Брахмачари, чтобы пригласить этого Сивирамана, но не так просто было. Даже зайти к нему в этот, где он работал, там такое это закрытое место было, охрана везде, и когда он шел туда, нужно рассказать, зачем, кто позвал, какой ученый. Потом назначат время какое-то. И вот обычные люди не могли понять, почему Шрила Прабхупад отправил Хари Гриву Брахмачари пригласить Сивирамана. Какой толк от него? И это тоже один из видов Радханугати. Я в один из них объясню это. И вот Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж пошел, зашел в это место, где тот был. И после того, как подошел к его комнате, и вот он хотел дать ему приглашение, этому Сивираману, но даже тот на него не посмотрел, да? Вот, что хотите, рассказывайте. И Хайгриву Брахмачари сказал, что я пришел от моего Гурудева с Калькутты, с Гаудимиссии. В то время это одна была единая Гаудимиссия, не разделенная еще. И вот мой Гурудев приглашает вас на его симпозиум, который в течение месяца происходит. Мы приглашаем вас как гостя, а Сивираман сказал, что я не могу видеть, не могу чувствовать, я не верю в это. И Хайгриву Брахмачари ответил: «О, сэр, можете ли вы видеть, что за этой стеной? Что вы там видите, что там происходит?» И тот посмотрел на него, они начали разговаривать. Это обширная тема, но суть в том, что те, кто не заинтересованы в Бхагават-севе, те, кто не заинтересованы в Гуру Вайшнава-севе, Бхагават-севе, то как они могут прийти и получить дикшу? Какова причина? Если они не понимают толк от дикши, какая польза от нее? И обычные люди в этом материальном мире, если они почувствуют пользу от чего-то, какого-то объекта или еще чего-то, то они интересуются этим. А если они не чувствуют необходимости, то что они будут с этим делать? И вот мой вопрос, зачем кто-то пытается получить дикшу здесь или там, что толку от такой дикши? И откуда они ее получают? Весь мир как слепцы, у них нет сознания, они как слепые бегают здесь и там. И вообще, если они заинтересованы в том, чтобы узнать о своем подлинном «я», если у них нет татва джигьясы, то что толку принимать дикшу? И тот, кто дает дикшу, тоже такой нехороший человек. И мы должны обсудить это с различных сторон. Это такая болезненная ситуация всего мира. И вот Шрила Прабхупад говорит: какое вам дело, видел ли я Верховного Господа или не видел, хотите ли вы увидеть Верховного Господа или нет, скажите. И это не то настроение,
кандидата, который хочет принять дикшу. Не проверив, мы иногда кто-то принимает учеников, не проверив их на пригодность. Это подобно тому, как увеличивать количество обезьян в нашем обществе. И сейчас, к сожалению, такая ситуация. И вот подлинный кандидат на получение дикши должен спросить: «О, пожалуйста, дайте мне место у ваших лотосных стоп. Дайте мне наставление, как мне понять мое подлинное положение и все остальное. Пожалуйста, дайте мне татва гьяну, татва чакшу». И тогда в этом случае Шрила Прабхупад говорит: подлинный гуру садгуру может говорить харикатху. Такому вопрошающему человеку Шрила Прабхупад говорит, они подлинные садгуру, подобные трансцендентным громкоговорителям, у которых есть связь с трансцендентным миром, и через них харикатха приходит в этот мир. Их чувство, оно связывает их с трансцендентным миром, и через них трансцендентная харикатха исходит и танцует на их лотосных устах. И вот Шрила Прабхупад говорит: подлинный кандидат должен признать, что у него есть недостатки, какие-то проблемы, и нужно попросить Гурудева о прибежище, и чтобы он помог избавиться от всех недостатков, как Шрила Бхакти Праджан Кешава Госвами Махарадж. Когда Шрила Прабхупад ушел из этого материального мира, то Шрила Кешава Госвами Махарадж Винод Прабху, он плакал как ребенок и говорил: сейчас кто направит меня на должный путь, кто покажет мне, что делать, что не делать. Нет никого, кто бы мог помочь меня отругать, если я делаю что-то не так. И вот он плакал, как пятилетний ребенок. Шрила Кешава Госвами Махарадж говорит так. И вот подлинный кандидат, каково его настроение? Не то, что звать всех раздавать дикшу, как конфеты. Нет, из этого только проблемы в обществе возникнут. И это настроение подлинного кандидата, кто может сказать: так, пожалуйста, исправьте меня, ругайте, если я делаю что-то не так. Даруйте мне татва-гьяну. И как мы можем обрести татва-гьяну уже? И как же обрести татва-гьян в Гите? Уже описывается. И вот, но есть, конечно, такие так называемые гуру, которые дают все в один день, и харинам, и дикшу, и саньясу, и все остальное, но это неправильно. И вот Шрила Прабхупад говорит: гуру вайшнавы, трансцендентные гуру вайшнавы, они подобны трансцендентным громкоговорителям. Трансцендентный звук исходит, и благодаря и от них мы можем слушать харикатху. Татва-гьяна возможно только через процедуру, которая описана Кришной в Гите Татвитхи Пранипаштана. И вот это, в этом стихе описывается процедура. И вот Пранипат, с полным самопреданием мы должны поклониться, предаться лотосным стопам Гурудева, предложить себя лотосным стопам Гурудева. Парипрашнена значит, у нас должно быть самовопрошение. Мы должны интересоваться, кто мы на самом деле, об своем истинном «я», потом «сева». Мы должны служить. Настроение служения, обычные люди не понимают, что такое настроение служения. Они никогда не понимают. Если бы они поняли севу, то почему они не получают радость от севы? Сева – это нечто такое прекрасное, что если вы какое-то служение совершите хотя бы один раз в своей жизни,
чистым гуру вайшнавам, то это даст вам вдохновение больше и больше служения совершать. Почему мы повторяем харинам, чтобы обрести севу, а совершаем севу, чтобы воспевать харинам? Это такие взаимокомпенсирующие факторы. И таким образом харикатха, Шрила Прабхупад говорит, харикатха и харинам, значит, встретиться с Хари. Шрила Прабхупад говорит об этом. Слушать харикатху от Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура или Шрилы Кешава Госвами Махараджи, это несомненно значит, что если у нас есть способность слушать харикатху, значит, мы встретимся с Верховным Господом через эту харикатху. Это качество харинама, качество харикатхи. И вот когда мы слушаем харикатху от чистых гуру вайшнавов, то это значит, мы встретимся с Верховным Господом, но при этом наши органы восприятия, наши уши должны быть достаточно зрелы с помощью дикши, чтобы принять все это трансцендентное. Если мы не получили дикшу, можем слушать харикатху и другие трансцендентные вещи, но принять не сможем, в этом проблема. Просто слушать мало, нужно еще и сердцем слушать. И вот сейчас суть в том, если кто-то перед тем, как принять прибежище лотосных стоп Садгуру, должным образом он думает, что может знать все своими попытками, своими усилиями, то это нехорошо. Это зовется гуру, не приняв должного прибежища лотосных стоп Садгуру. Если мы хотим как-то оценить гуру, как-то взвесить его, как-то измерить или самим стать гуру, самому давать наставление гуру, что ему делать, это плохо. И вот это оскорбление зовется, вот Махараш называл его. И мы должны знать должную процедуру дикши, поскольку, не зная ее, мы никогда не успокоимся, умиротворение в нашем сердце не появится. У нас должно быть ясное представление об Акшаджи или Атхокджаджи, Вигьяне, Агьяне. Мы все должны это знать. И вот я думаю, что сейчас вы немного поняли, что такое настоящая сварупа гуру. Я уже говорил в тот день. И вот после этой шлоки в читании Чайтамрити говорится, что мы не можем прямо видеть Кришну или Садгуру нашими материальными глазами. И, по крайней мере, если дайня, если это наше дайня самопредание приходит, если у нас есть такое настроение, что мы присытились всякими материальными наслаждениями, это зовется начало отречения. Что такое отречение? Вайрагья. Вайрагья – это не какие-то шутки, не какие-то фокусы. Вайрагья значит, чем больше вы чувствуете влечение к Хари, Гуру и Вайшнавам, тем больше вы теряете влечение к каким-то материальным вещам, и это зовется вайрагья. Это зовется подлинная вайрагья, что мы не чувствуем никакой необходимости в каких-то материальных наслаждениях, а только чувствуем влечение к Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, и чем больше у нас такой любви, влечения к трансцендентному, тем больше эта вайрагья развивается, эта отреченность. И также появляется безразличие к материальным вещам. И вот это зовется вайрагья. This is called
Но также это должно быть юкта-вайрагья, гармоничное отречение. И вот я хочу обсудить то, как осознать Гурудева, как осознать Бхагавана. Поскольку этими материальными глазами сейчас мы еще не получили дикшу, но можем получить дикшу, например, от Садгуру, то в этом случае минимальная дойня и вайрагья нужна. То есть мы должны присытиться этими материальными наслаждениями и не иметь никакого влечения к ним. И так, и это правильное настроение перед тем, как получать дикшу. Мы должны обсудить это, иначе какие-то проблемы могут возникнуть. И вот Шрила Прабхупад говорит, кто-то может пойти и встретиться с Гурудевом, хотя не находясь в положении, чтобы видеть Садгуру, но все же благодаря своему внутреннему смирению, благодаря самовопрошению, это может дать какие-то предварительные эти достоинства, чтобы увидеть как-то Гурудева. Гурудев, он самоявленный объект, он может проявить милость. И после этого это такой кандидат в ученики может что-то осознать, а после того, как он получил дикшу, он должен пойти осознать все. Дикша значит осознание татва-гьяны, ахайтуки крипа. Иногда кто-то говорит об ахайтуки крипе. Ахайтуки крипа значит нет причины этой милости, почему Гуру Вайшнава не дарует нам свою милость. Это зовется ахайтуки крипа, беспричинная. Если мы понимаем ахайтуки крипу таким образом, то тогда автоматически мы можем как-то вести свою жизнь так, и когда-то Гуру Вайшнава не дарует нам свою милость, но это не совсем так. С нашей стороны у нас тоже должно быть огромное желание, и Гуру Вайшнава не тоже хотят даровать нам свою милость, но кто примет эту беспричинную милость? Шрила Прабхупад говорит, если Гуру Вайшнава они обнаружат немного нашего настроения служения в сердце этой дживатмы, которая приходит получить дикшу, тогда они довольны. Если Гуру Вайшнава увидят, что у нас есть настроение служения, то тогда вам не нужно просить милости, не надо. Автоматически эта милость, она придет к вам. Гуру Вайшнава, они видят нас насквозь. Подобно рентгену, они видят все. Если у вас есть потребность, подлинная потребность в милости, то вы получите эту милость. И это зовется Ахайтуки Крипа. Ахайтуки Крипа не значит без всяких заслуг, нет. У нас хотя бы потребность в этой милости должна быть. И вот сейчас в Чайтанья Чаритамрите говорится, Бхагаван в различных формах приходит в этот материальный мир, чтобы помочь обусловленной душе. Вот в этом стихе говорится, что Кришна приходит в этот мир в шести различных формах. В Чайтанья Чаритамрите описывается это. Сам Шри Кришна, также Кришна в форме Гуру Шикша Гуру или Дикша Гуру, Бхактаватар в форме Бхактаватар, вот как Адвайта Гасая, например, или подобных. Кришна,
Пракаш значит Нитьянанда Прабху и Шакти. И вот в этих различных шести формах Кришна является в этом материальном мире, чтобы помочь нам различными способами. И вот эта процедура. И какова же процедура, чтобы обрести милость? Это самопредание и смирение, и через это мы можем обрести милость. А без этого невозможно обрести милость. И если правильная дикша совершена, то тогда мы обретем дивьягьяну, божественное знание, которое поможет нам обрести силу. Чтобы осознать всю татву, сада-садан татву и прочее, что нужно делать, что не нужно, как жить достойной жизнью и прочие вещи. Что говорить об аккуратности? Мы даже не понимаем, как совершать баджан, и после этого уже точность приходит. В тот день я говорил эту шлоку. Six kind of submission, saranga, sarango, saranagati. If going to touch my heart, then I can. И вот если это шестисложное бхакти, оно явится, оно изменит наше сердце, тогда мы обретем милость Бхагавана. Krishna then can get information. И Кришна. И вот мы так сможем получить милость Кришны, и таким образом Шри Кришна Чайтанья, вот эта шлока. Према Бхакти очень редка, ее практически невозможно обрести, это сокровенное сокровище. Дуэнья, самопредание, основное, атма-нивидан. Мы должны предаться Гоп-Тритви-Варон. Кришна, Он защитит нас. Кришна, Он... Мы можем обрести все, если мы зависим от Кришны. Гоп-Тритви-Варон, Кришна спасет нас в любом состоянии, в любом месте. Дуэнья, атма-нивидан, Гоп-Тритви-Варон. Krishna can control me, no problem. Krishna can, take care of me. Krishna, Он позаботится о нас. Avashya 100% Krishna can save me. Кришна спасет нас, и нам не нужно бояться. Если мы будем говорить об абсолютной истине, кто-то будет спорить с нами, но если мы будем бояться это, показывает, что у нас нет веры в Кришну, Гуру и Вайшнавов, и то, что нет веры в силу Баладева, и поэтому мы боимся говорить об абсолютной истине. Шрила Прабхупада говорит, те, кто не на 100% шаранагаты, они никогда не могут говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Может, они что-то могут... Как-то прикасаться иногда, но в большинстве случаев избегают. И вот Шрила Прабхупада говорит, пока нет 100% шаранагати в адрес лотосных стоп Гуру Вайшнавов и Бхагавана, то никто не может говорить об абсолютной истине абсолютным образом. Это невозможно. И вот и вот очень важное, обычные люди, что говорить об обычных людях, те, кто уже в матхах живут, они более запутаны. Кто-то вот грихастха, у него смирение есть такое естественное, но иногда у матхаваси нету смирения, вот в этом проблема.
что такое бхакти анукула, они не понимают, и никто не заинтересован в том, чтобы спросить у Гуру Вайшнава, что делать. Это, если человек думает, что он сам все знает, то это очень опасно. Как Камса, например, он хочет выгнать Кришну. Если Кришна бы был, чтобы не мешал. И вот такие демоны, они всегда пытаются избежать гуру и вайшнавов. Они никогда не хотят быть рядом с гуру вайшнавами с подлинным желанием. That because they are listening to sir about kripa everything, all gives a dry philosophy. They like to get some facility, you know, material facility, nothing else. So what is bhakti anukul? И вот они только каким-то удобством стремятся. О, что такое бхакти анукул, что такое бхакти пратикул, только чистые преданные не могут сказать об этом. Но кто-то может за как сказать, за этим загордиться собой, вот ничего хорошего не будет. И вот смотрите, даже Кришна, он спрашивает Удава, смотри, в какую ситуацию я попал, скажи мне, что нужно делать, что не нужно. Смотрите, сам Кришна спросит наставление у Удавы, а какие-то обусловленные души сами принимают какие-то решения важные, не спрося совета у кого-то. Вот, например, кто-то решает сломать самадхи, которая основана великим вайшнавом, и не спрашивают совета у кого-то. Вот в этом и проблема, что могут сделать какие-то такие плохие вещи и даже не подумать об этом. Если мы вообще заинтересованы в том, чтобы совершать служение Гурудеву, то тогда мы должны быть очень осторожны, чтобы никакие наши... А мы должны думать, будет ли Гурудев доволен нашими действиями или нет. Это главное, но, к сожалению, не все об этом даже задумываются, а следуют своему беспокойному уму и делают все, что хотят. И вот так много вещей я хочу обсудить, но времени мало. Я хочу начать говорить об анартхах. И вот мы не можем сами принимать какие-то решения. А если какие-то чистые гуру вайшнавы, а если мы оскорбляем чистых гуру и вайшнавов, то последствия этого очень плохие. Что говорить о том, чтобы матхи контролировать? Трансцендентный Гаудия Матха может быть контролируем только чистыми гуру вайшнавами, а никем, непонятно кем. Кто-то может изучил какой-то менеджмент, но не знает, что к трансцендентному это отношение не имеет. Гаудия Матха, он автоматически может существовать. Гуру Падма говорил, что нам не нужно... то, что... Все, что мы должны делать, это воспевать славу Гуру Вайшнавов и Бхагавана, совершать Харикатху, Харикиртан, и тогда Гаудия Матха автоматически будет существовать. Если нас нету, то кто будет контролировать Гаудия Матха? Пытайтесь контролировать свой материальный ум и органы чувств вначале. Кто-то страдает от материальных этих болезней, от вожделения, и пытается контролировать Гаудия Матха. Это очень глупо. Нужно контролировать свой ум и тело сначала. Поскольку часто происходит, что... Ну, иногда такое бывает, что гуру в худшем положении находится, чем его ученики. Это действительно так. И вот таким образом у нас нет
права, какие-то важные решения принимать, не обсудив с их с какими-то великими вайшнавами, такими как Шрила Бхакти Валабхатхирта Госвами Махарадж, Бхакти Сиддхартха Мадхава Госвами Махарадж. Они сами не делали ничего, они спрашивали совета у старших. Они спрашивали, что они думают на ту или иную тему. Даже Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, перед тем, как начать какие-то важные дела, он с гуру вайшнавами обсуждал, спрашивал их мнение. А сейчас, к сожалению, такого нет, какое-то материальное общество формируется из материальных этих людей. Они не знают, что и как нужно делать, и как тогда. Ну и что в этом случае будет? И вот когда Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, он спрашивал у Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, что делать в соответствии с шастрами. Даже Кришна спрашивал у Удавы, Удав, смотрите, Сарвагья, Верховный Господь, все равно спрашивал у Удавы, что делать. Он показал нам пример, но, к сожалению, не все это знают. Даже когда Харикатха происходит, иногда каких-то чистых гуру вайшнава выгоняют, чтобы не... И вы не знаете, это очень плохо. Вы не знаете, в чем. И вот это тот человек, который полон анартх, недостатков всяких, он не может действовать как ачарья. В подлинных гуру вайшнавах нет ни единого недостатка, ни единой анартхи. И вот Рупа Госвами Пад говорил, если мы внешне видим, что какой-то чистый гуру вайшнав чем-то болен, или физически какие-то физические недостатки у него есть, то или, может, привычки какие-то не очень, то не должны мы так смотреть на него. И вот мы начали. Вначале мы должны посмотреть, в каком состоянии он находится, поскольку главное качество Кришнайка Шарон. Если у кого-то есть другие качества, то есть первоочередное качество должно быть это преданность Кришне. А если, то есть у преданного первоочередное качество это преданность Кришне. Как вот Шрила Кешава Госвами Махараджа, внешне не видно то, что он смирен, но будьте уверены, он смирен, хотя может очень бросать вызов лишь с жесткими словами, говорить перед каким-то судьей в суде, но будьте уверены, Тринада Пис смирения есть у него. Если какие-то качества мы не видим, это не значит, что их нет. Мы не должны говорить так. И вот, согласно времени, месту и обстоятельствам, мы должны видеть, как для нас возможно видеть все 26 качеств Шрилы Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа, или как для Вамана Госвами Махараджа было возможно все описать, как возможно для нашей Гурварги обнаружить все эти качества внутри
Шрилы Прабхупады. Это зовется Вайшнава Даршан. А у нас, к сожалению, не Вайшнава Даршан, а материальный даршан. Мы можем заявлять, что получили посвящение 20 лет назад, но доказать, как это, если никаких доказательств нет и последствий посвящения. И вот так много саньяси есть, которые вроде получили посвящение, но нет, нету. И вот Махарадж пример приводит однажды один саньяси. Он признал, что он падший, и попросил заново получить саньясу. Вот Бабаджи Махараджа тот сам не дал, но через кого-то организовал, но когда он начал рассказывать, каким принципам и правилам саньяси должен следовать, то тот человек, он не смог принять эти правила и предписания. И вот если мы... И вот Рупа Госвамипад говорит, что если мы видим какой-то недостаток внутри гуру вайшнавов, то мы должны помнить, что есть главное, это то, что харикатха харикиртан непрерывно протекает в их сердце, как человек Кешава Госвами Махарадж в любом ситуации. Везде он мог говорить о таттва-вигьяне, что говорить, даже Веданта Сутре он мог говорить в любой ситуации, где бы он ни оказывался. Или Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Мадав Госвами Махарадж, они если вот во время Дампарикрамы и во всех остальных местах, они везде говорили Харикатху, это признак вот, или чистых преданных, или Кришнадас Бабаджи Махарадж, он совершал санкиртан всегда и везде, с самого начала. Ну, это и парикрамы, там, с 6 утра до 10 вечера, сколько энергии у него было, где он эту энергию получал. Разве не какие-то витамины ели, чтобы лучше петь и танцевать? Нет. И вот это главное. И мы должны думать именно об этом. И Кришнадас Бабаджи Махарадж с самого начала санкиртаны и парикрамы. Он все время совершал санкиртан, а где он обретал силу? Откуда они получали такое вдохновение, такую энергию, чтобы буквально круглосуточно совершать санкиртану? Как это возможно? Нужно совершать парикраму под палящими лучами солнца, и дорога такая плохая. Но все же они совершали санкиртан непрерывно. И это зовется шаранагати, поскольку они на 100% шаранагаты. И поэтому для них было возможно воспевать славу Верховного Господа непрерывно. Они могли делать это, но обусловленная душа может запомнить какую-то философию, произнести перед другими, чтобы получить славу, аплодисменты и какие-то деньги. Но это моя просьба перед так называемыми преданными или преданными. Это просьба всем. Почему бы вам не попытаться всю сиддханту, о которой я говорю, если вы достаточно зрелы, то никто не сможет обмануть вас. И вот какие-то Махараджи рассказывают, что эти... Вот был один этот
Товарищ какой-то в Англию часто ездил, и вот говорил, что ну вот он рассказывал о том, как проповедь на Западе происходит. Ну, то, что один проповедник едет, договаривается с другим, чтобы тот против него ничего не говорил, а тот, соответственно, против него ничего не будет говорить. Но это не проповедь, это просто порука какая-то круговая. Гурудев, он так много всего написал, и а почему он так много сделал? Он, а для того, чтобы показать, что есть подлинное, что ложное. Гурудев говорил об этом, не стеснялся. Я могу показать множество его писаний, и мы должны применять это в нашей жизни. Мы должны понять, что такое Гуру Татва, Вайшнава Татва, и тогда никто не сможет обмануть нас. Почему мы не применяем эти формулы в своей жизни? Почему мы пассивны до сегодняшнего дня? Почему мы хотим быть обмануты кем-то? И вот Кришнадас Бабаджи Махарадж, Гурупад Падма, они настоящие шаранагаты. Не то, что они не чувствуют, жажды, голода и желания поспать или еще каких-то материальных побуждений тела. Мы не должны пытаться обнаружить какие-то недостатки в чистых гуру вайшнавов. И вот говорится, как Ганга, в воде Ганге мы можем найти какие-то мусор какой-то плавающий, и поэтому Пундарик Видья Нидхи, он Гангу видел, но ночью ходил на Гангу ночью, чтобы не видеть никакого мусора и людей, которые неуважительно относятся к ней. Поэтому ночью ходил, чтобы все это не видеть. И вот Рупа Госвами говорит, что любые скверные вещи, которые в Ганге вы находите, все-таки Ганга — это Ганга, она трансцендентная. Она Даробрама. Джалабрама, точнее. Дару Брама — это Джаганнатха, Нира Брама, Джала Брама — это Ганга. Это Господь в форме Ганги, Джала Брама. И вот таким образом Рупа Госвами Пад говорит, не может быть никаких проблем в Ганге. Ганга, она всегда чиста, и также может, в Ганге мы можем видеть какие-то частицы мусора плавают, но это Брама Васту, нет никаких сомнений в этом, не сомневайтесь в ее величии. Не сомневайтесь в великолепии Ганги. Ганга, она дивья, она трансцендентна, и ученые сейчас тестируют эту Гангу и видят, что никаких этих микробов там практически нет. И вот поэтому Пундарик Видья Нидхи также пил воду Ганги перед тем, как начать арчану, хотя это строго запрещено.
что нельзя совершать арчану после того, как попили воды. Нужно сначала арчану, а потом воду пить. Но Пундарик Видянитхи, он пил воду перед тем, как начать арчану. Какова причина? Поскольку он Махабхагавата, он показывал нам пример, что Ганга, она очень чиста. Мы можем повторять эту мантру Будда Шудхи. А Пундарик Видянитхи думал, что если он выпьет воду Ганги, то тогда обретет чистоту и может совершать арчану Верховному Господу как следует. Это его видение. А мы можем повторять эту мантру, но не чувствовать чистоты. А Пундарик Видянитхи, он именно пил воду Ганги перед тем, как начать пуджу. И вот мы должны понять, почему Рупа Госвами Пад, он предостерег нас. И в этом причина. Естественно, мы заняты, чтобы находить эти недостатки в Гуру Вайшнавах и не понимаем положение Гуру Вайшнавов. И я говорил Наротам Такур, он говорил, и вот Рупа Госвами Пад Наротам Такур в своей прямо Бхакти Чандрике описывал. И вот Наротам Такур говорит, вот что Наротам Такур хотел сказать в своем киртане: все шастры, если вы изучите, то вы можете не прийти к тому заключению, что привел для нас Наротам Такур. А заключение в том, что мы должны понять величие вайшнавов. Естественно, вы должны быть искренни и сами стать вайшнавом. А если мы слепы, то как мы можем увидеть вайшнавов? Вначале всего мы должны через татва-вигьян понять, кто вайшнав, какого уровня, кто-то из вайшнавов Каништа-адхикари, кто-то Мадхьяма-адхикари. И Бхактивинода Такур говорит, если вы относитесь к Каништа-адхикари как к Махабхагавате, то только негативный результат получите. Вы можете потратить кучу денег, но милости не получите, поскольку вы не понимаете. Может, вы выражаете почтение, которое применимо к чистым вайшнавам, но не по адресу. И поэтому вы получаете такой негативный результат. Если мы, и также Мадхьяма-адхикари, он трех уровней, может быть, первого, второго и третьего уровня. Если мы не понимаем, тогда мы не сможем выразить почтение должным образом. Как может кто-то говорит, что вот тысячу вайшнавов пригласил, а Гуркишор Дас Бабджи Махарадж спрашивает, откуда вообще он тысячу вайшнавов нашел, откуда он их пригласил, где он их нашел, поскольку вайшнавы их очень мало. Чистые вайшнавы настолько редки, а где вы целых 200 нашли? И вот Гуркишор Дас Бабджи Махарадж говорит, и вот Бхактивинода Такур говорит, если вы показываете, а выражаете почтение, которое применимо к Парамахамса Вайшнаву, вы это почтение выражаете не по адресу, то и благо не получите. Поэтому Вайшнава Вьявахар, как вести себя с Гуру Вайшнавами, это очень сложно, и поэтому чистые Гуру Вайшнавы, они никуда не уходят. Почему? Это не из-за их ложного эго, а из-за того, чтобы мы... А из-за того, что если кто-то не знает, как относиться к ним должным образом, и чтобы оскорблений не совершать ни в коем случае, поэтому Гуру Вайшнавы обычно никуда не ходят. И вот если мы поймем положение того или иного Вайшнава, то тогда
мы выразим свое почтение в соответствии с этим. А если мы не знаем величия Вайшнава, его уровня, его великолепия, то есть кто-то может пренебрежение какое-то выразить к возвышенному Вайшнаву, то это причина падения такого человека будет не только причина падения, но еще и много всего плохого. И поэтому Наротам Такур очень так, да, очень как так, тактно, очень. Он говорит, что мы должны понять положение Вайшнава и потом уже выражать почтение в соответствии с положением этого конкретного Вайшнава. И вот Наротам Такур говорит, тогда, и если вы должным образом выражаете почтение Вайшнаву, то тогда вы, несомненно, получите все совершенства. И вот Наротам Такур, он не говорит какие-то лекции перед нами, будьте уверены, Наротам Такур не просто говорит, а также Наротам Такур перед всем миром. Он яркий, сияющий пример. Наротам Такур. Он организовал великий праздник. Гуру Пад Падма, Гуру Варга, они говорят, такого фестиваля, праздника никогда никто не видел во всем вайшнавском мире. Даже мы можем потратить миллионы долларов, но все равно такого праздника не получится. Вот это Кхетори Махотсав, Кришна Чандра Датта, он был царем, и Сантош Датта. И Наротам Такур, он был главный, кто организовал весь этот праздник с тысячами преданных, с тысячами вайшнавов с различных частей Индии. И вот из Пури, из Вриндавана, из различных частей мира, с Навадвипы и Шантипура, тысячи преданных, они участвовали в этом празднике. И этот Вайшнава Утсав был настолько успешен, что этот пример, он вечно зеленый перед нами, вечный. Набутам на Бавишете, что ни в прошлом такого не было и в будущем не будет. Но такая ситуация, деградация человечности, все, к сожалению, так происходит, и мы не можем надеяться, что такая ситуация, такой праздник будет в ближайшем будущем или вообще будет. Если что-то сделано, значит сделано. Наротам Такур, он такой яркий пример, никто не может забыть его. А почему я хочу показать вам? Потому что я хочу. И вот Наротам Такур, Шринивасачарья, Рамачандра Кавирадж, Шьямананда Прабху, они все были там. Они организовали праздник таким образом, чтобы каждый вайшнав, согласно его положению, уровню, силе баджана, на служению, чтобы каждый получил должное почтение в соответствии с его положением. И Шрила Бхактивинода Такур говорит, если вы пригласите 20 вайшнавов, например, то в Читании Читамрите описывает, Сарвабхаума Бхаттачарья говорит это, о Прабху, если я так много вайшнавов приглашу. И вот читание Читамрити, пример такой есть, если пригласить много вайшнавов сразу, то нельзя выразить почтение всем, и можно совершить оскорбление, поэтому вот не могу их приглашать одновременно.
И вот народом Такур Шринивас их положение было уникально в то время. Даже Гауранга и Нитьянанда, они вместе, они танцевали на этой санкиртане. Все видели Гаур Нитьянанда, они танцевали на этом празднике. И Джанава Такурани, она Ананга Манджари, она тоже была там, совершала абхишек, готовила и прочие вещи делала. Мы не можем сейчас найти такую ситуацию. И вот Нарутам Такур, он не просто говорил что-то, а с примером своей жизни он следовал всем этим принципам, потом только их описывал. Мы должны понять уровень вайшнава и вести себя в соответствии с его положением. И сейчас я хочу показать вам, что согласно наставлению Рупы Госвами Пада, мы не должны пытаться находить недостатки в чистых гуру вайшнавах. Те, кто поглощены в совершении служения, может, какие-то физические недостатки у них есть или какие-то привычки, которые нам не нравятся, но мы должны думать о том, насколько он погружен в служение в севу, и это главное. Его настроение служения, вот согласно этому настроению служения, Шрила Прабхупада и Бхактивинода Такура говорят, и вот в соответствии с этим уровнем, according to their tenacity, you know, according to their tremendous, you know, согласно этому to do harinam, желанию совершения харинама, тот, у кого больше влечения к харинаму, тот и более важный вайшнав. Тот, у кого больше любви к Наме Прабху, и тот, кто всегда совершает севу в том трансцендентном мире, это главное. И вот физические дефекты какие-то могут быть, могут их не быть, это не столь важно. И вот я сейчас еще хочу рассказать о четырех видах анарт: асаттришне, видуя дурболье, апарадхах и сварубхи брахме. Асаттришна — это желание, стремление к наслаждению, к материальным наслаждениям. Асат — то, что не вечное. For that he is going to and express his, you know, desire. Ashat Trishna. It is called Trishna, mean, you know, thirsty attitude for material enjoyment. Hidadur, weakness of heart. Дурболье — это слабость сердца, оскорбление, и сварубхи вибхром — это заблуждение о себе. И вот я сначала говорил о сварубхи вибхраме. Сварубхи брахм — это татва брахм. It is four kind of сварубхи брахм. Shatate, who are you? Where from you coming? All such, you know, Shatatta. Paratatta means absolute tatta. Cha, Shaddha Sadhana tatta yuho. Shaddha Sadhana. Shaddha evang Sadhana. What to do? Exact information. И вот Shaddha Sadhana tatva, что в этом материальном мире большое непонимание Sadhana tatva, что делать, как вести себя, как садхану совершать. Вироди вишо — это то, что негативное. And what is just opposite? Вироди вишо — it is just going to cut my relationship totally. Вироди вишо — то, что
препятствует нашей связи с Бхагаваном. Майя, она стремится всячески мешать. Она какие-то приманки нам предлагает, чтобы мы приманились и отклонились от нашего пути. No, Tapan Mishra coming, to Chaitanya Mahaprabhu. Как Тапан Мишра пришел к сочетанию Махапрабху к Нимай Пандиту в Бангладеше. After watching one dream, in dream, увидев сон, и в этом сне кто-то дал наставление: иди к Нимаю. Он расскажет тебе о Садан Садья Татве. И вот Санатан Гасай также спрашивал у Махапрабху об этом, что такое Садан Садья Татва и Шива Татва, а Джива Татва, Кришна Татва — это Пара Татва. Садхусана Татва — вироди вишай. Вироди вишо — это то, что противо, противное нашей сварупе, то, что противоположное. А противоположное — то, что принесет нам одни проблемы и... И сваруп, к своей сварупе мы не придем, вот это вот. Если мы не осознаем, что мы не те Кришна Дас, то значит что-то негативное препятствует этому, и поэтому мы до сих пор во тьме. И вот Асад Тришна, как безконечная жажда. Обусловленных душ есть стремление, бесконечное стремление к материальным наслаждениям. Это можно разделить на четыре категории. В этом материальном мире мы стремимся к славе, почестям. Это ойхик называется. Ойхик Тришна. Паратрик, even if I die after that also, I can try, also I should get some, you know, position, you know, everything, you know. Потом люди после смерти хотят получить что-то тоже, какую-то пратишту, какую-то славу. Я говорил о пратиште, она очень опасна. Даже после смерти многие стремятся к пратиште, чтобы люди поклонялись и после смерти, но, как правило, это желание обусловленных душ таковы, как какие-то сахаджи. Делают эту статую деда, прадеда, там всех своих родственников из камня, чтобы им поклонялись. Это сахаджи так делают. И вот те, кто находится в вечном мире. Мы находимся в таком плачевном состоянии, что даже после смерти стремимся к какой-то пратиште. That's why you can go to Vrindavan Govardhan, distributing fruits and the. Кто-то после смерти хочет получить
положение на каких-то райских планетах, и поэтому едет на Говардхан, раздает сладости, еду какую-то с этой целью. I don't need kambal. I am not speaking anything because it disturbs. I am giving signal that I don't need it. So vaihik paratrik, after leaving body, everybody and so, you know, can worship me, can give me honor. И вот у кого-то есть желание, чтобы после смерти им поклонялись, чтобы они достигли райских планет. После смерти это Ахики Паратрик, потом Бутиванча Вибути, кто-то повторяет Трилака Харинама и обретает силу. Смысл то, чтобы не должны стремиться к каким-то мистическим совершенствам. Единственное, что мы должны хотеть обрести, это сделать так, чтобы Кришна был доволен нами с помощью Харинама. И вот. Бутикам вибути. Бутикам значит желание обрести вибути, какие-то особые силы, йогические совершенства. Муктикам это желание обрести освобождение. Какое освобождение? Кому оно нужно? Джива Сварупахой Нитья Кришна Дас. И вот это подлинная мукти, согласно Гауди Даршану. Муктир хитва аннатха рупам. Муктир хитва аннатха рупам сарупена вявастхити ити мукти. It is called мукти. But you like to get all four different kind of facilities. Но кто-то стремится не к этому мукти, а к какому-то обычному мукти, какое-то благо после смерти обрести. Мукти камуна, бхути камуна, or four different kind of, you know, ашат-тришна. So ашат-тришна, unwanted thrust. You know, Asat Krishna. After that, you know, dirty thrust. After that, aparad. Aparad вот, also four different kind of aparad. Если также есть четыре вида оскорблений. You can incur, you can incur every possibility there. You can incur aparad unto the lotus feet of Harinam Prabhu, Krishna Nami. Оскорбление в адрес Харинама Прабху, в адрес Кришны. В адрес имени Кришны, что такое Кришна нам, если мы не понимаем его величие, то это оскорбительно. И с какими-то материальными желаниями, если мы воспеваем Харинам, это тоже оскорбительно. И также Кришна может быть в форме виграхи в храме, но если мы думаем, что это камень, то это большое оскорбление. Salagram, you are going to touch salagram with left hand, you are going to get opera. Если мы недостаточно почтительно относимся к шалограммам, если, например, левой рукой прикасаться к ним, то это оскорбительно. И многие люди не знают, как поддерживать вайшнавский этикет. Кто-то, например, в туалет ходит, по-моему, и даже не моется после этого. И мы должны организовать все таким образом, чтобы поменьше задевать. Ну, в общем, не задевать ничего, даже если дети маленькие, если они в туалет идут, то пускай сами идут без вашей помощи. А еще по-хорошему, если идти в туалет, особенно по-большому, нужно принимать омовение полностью после этого. Что такое учишка, тоже не все понимают, особенно вот в Панджабе, это хроническая болезнь. Если кто-то, например, чапати раздает, то касается всех этих, всех кому раздают. И получается, что все оскверняется, и чапати, и посуда, и тарелки, и все остальное. But they are not going to obey it.
Ну, Панджаби обычно так того, что раньше Пакистан и Индия одной страной были, и поэтому те, кто жили рядом, они в Панджабе там разучились следовать ведическим принципам чистоты. I cannot give guarantee. I can think. You can do all sahaja anything. You can do anything, whatever you like. You can go to. You are not. I have seen in the life of Guru Maharaj going to bathroom, washing legs. Я видел в жизни Гуру Махараджа, когда он ходил в туалет, он даже по маленькому, если ходил, он то до пояса омывался всегда. Поскольку если он повторял харинам, если по маленькому ходить, то моча может попасть на ноги, и поэтому нужно полностью, хотя бы наполовину омыться. И вот и я также, когда воспеваю харинам, всему следую, поддерживаю чистоту. Это не шутки, кто-то думает, что это шутки, но нет. Если мы не можем следовать всем этим правилам и предписаниям, как же мы сможем достичь совершенства трансцендентного мира Апракрита Джагата? То есть в Вайкунтхе, где нет никакого осквернения, никаких беспокойств. Но этот мир, он осквернен, он полон неуверенности какой-то. И, к сожалению, можно видеть, что ученик не может с открытым сердцем прийти к Гурудеву, потому что боится, сомневается, а почему эти сомнения возникают, почему вы не можете открыто рассказать о своей ситуации. И Кришнанам, оскорбление в адрес Кришнанамы, Кришнасварупы, в адрес преданных Кришны, если мы недостаточно почтительно относимся к другим преданным, это тоже оскорбительно. И ненавидим Матаджи, это тоже оскорбительно, они тоже преданные бывают. И как в Рамалиле, пример, там была Бильвия, Сабари, в общем, какая-то была. Я решил, Муни, они неуважительно относились к ней, выгоняли ее с озера, чтобы она там не осквернила ничего. Вот она испугалась, ушла, и в итоге этот сарвар, озеро стало очень гадким, скверным, вонючим, и Ришимуни начали говорить, о, мы же предупреждали, чтобы не трогало озеро, и поэтому оно осквернилось. И Рамачандра пришел в этот ашрам, где Шабари жила, у Шабари, позвал Шабари, и она пришла, плача. Она ждала долго Рамачандру с самого детства. До... И вот ей уже там много лет было. И вот Гурудев сказал ей, что Рама, он придет, жди. И вот с огромной верой. У нас терпения не хватает, мы что вот сказали. У нас такого терпения практически не бывает, но это Шабари ждала до глубокой старости, с самого детства, годы, десятилетия проходили. Она не сомневалась в словах Гурудева. Гурудев сказал, значит, так и будет, что когда-то Рамджи придет, Рама Бхагаван, и действительно, он пришел, даровал свой даршан, хотел воды попить, и Шабари испугалась, поскольку Ришимуни там. И вот Шабари не знала, что делать. С одной стороны, воды надо принести, с другой стороны, там отругают, выгонят. И вот Шабари все же пошла, прикоснулась к этому озеру. Это озеро очистилось, как стало чистым, как Манасаровар. Все риши муни поняли, что они совершили оскорбление в адрес лотосных стоп этой преданной. Они не поняли, что это великая преданная, и поэтому не применяйте свой материальный ум к таким вещам. Вот Муни Бахан в Южной Индии, Бхарати Махарадж часто говорил о Муни Бахан, как он вынужден был нести на себе этого преданного, о котором он думал, что он падший. You know, the circumambulance, parikram.
И вот в качестве искупления своего оскорбления этот Муни должен был взять, но тот, в общем, кинул в камень в него с пренебрежением, и чтобы искупить свою вину, должен был носить его на шее. So that you can understand, this is this Vaishnava. И вот нету таких объявлений. И вот таких вайшнавов на лбу не написано, кто великий вайшнав, кто нет. Поэтому как же понять, кто чистый вайшнав, а кто нет, в чем же их великолепие? И таким образом все обмануты, не понимают, что к чему, и поэтому нет такой вывески, объявления, чтобы понять, кто есть кто, нужно с помощью татва-чакшу, духовного видения, осознать. Мы должны обрести татва-чакшу. И вот, и еще следующее оскорбление, это в адрес всех других живых существ. И вот такое оскорбление в адрес живых существ, это тоже плохо. То есть неважно, мужчины, это женщины, это бхакта анноной, то есть все остальные живые существа. В их тоже Кришна также в их сердце пребывает, поэтому неуважительно относиться, это плохо. Если они чувствуют боль от вашего обращения, то это оскорбительно. Вайшнава дхарма в том, что мы должны выражать почтение всем дживам, памятуя, что Кришна в образе Параматмы пребывает в каждом сердце. Кто-то не может поверить, что чистый вайшнав говорит как-то жестко, но внутри своего сердца они кланяются всем, и вам в том числе, и поэтому они могут говорить харикатху, а жестко не могут говорить, это просто подобно лекарству для нас. Чистые вайшнавы всегда думают, что они должны исполнить их обязанности, которые дала им Гурварга, и говорить так или иначе. И если я смогу помочь им, и вот я, сидя на Вьясасане, я обещаю вам, я громко провозглашу, что все вайшнавское общество, я думаю, что это одна семья, но не каждый может поверить. У меня нет какого-то политического настроения, я говорю иногда жестко из-за моей любви к вам. Любые вайшнавы из любого общества, если они по-настоящему заинтересованы в том, чтобы совершать бхаджан, я приветствую их. Я знаю, вы не можете поверить, и поэтому я вынужден провозгласить, что весь мир, все вайшнавское общество — это одна семья для меня. Гуру Махарадж также хотел сказать мне это. Я не думаю, что кто-то там из Италии, Германии, Америки, еще откуда-то, нет. Если я хочу обнаружу какую-то дживатму по-настоящему заинтересованную, только это. Я не ожидаю никаких пожертвований от вас, это не столь важно. Вашего одобрения достаточно, если вы слушаете харикатху, это мою пранами, а все остальное Кришна так или иначе организует. И вот Кришна Нама, Кришна Сварупа, Кришна, а вот эти оскорбления в адрес имени Кришны, Кришны Сварупы, других живых существ, я вот думаю, все те, кто слушает харикатху, они находятся передо мной. И сегодня прекрасная личность пришла ко мне в мой ашрам. Кто-то вот, к Махараджу пришел, не предупредил, не столь важно. И вот тут сказал человек, что у него 200 этих последователей каких-то есть,
so many things there, internet, everything. It's all rubbish, you know. They're speaking. I indicated them. If you go on hearing Harikatha, then I think today or tomorrow you can change your mood. Но я думаю, что если вы будете слушать Харикатху, то сегодня или завтра вы измените ваше настроение, но поверьте, я не думаю о каких-то прибылях или убытках. И вот после этого я хочу уже закончить, времени мало. И вот сейчас Хридоя Дурбалья, слабость сердца, очень важная. И вот слабость сердца также может быть разделена на четыре различные категории. Very with tuchha sakti. Mahaprasadam, Mahaprasadam almost all finished. Some Mahaprasadam was there. One devotee coming to take prasadam. He think I am a very big personality. He is going to take prasadam. After that he is going to speak. Where is Paramanna? But the Bandar is speaking actually Paramanna finished. Why Paramanna finished? Huh? Why Paramanna finished? You should keep it. Tuchha sakti. Hare Maharaj, Tuchha Sakti, inside the heart, inside the Harikatha. Привязанность к каким-то мелочным вещам. Кто-то вот и очень зол становится, если ему не хватило там сладкого риса или йогурта, или еще сладостей каких-то. Вот из-за каких-то мелочей очень гневается. I know how much you are hearing. You know, in my previous home, my mother, she used to hear, I got information, at least 12 hours, Harikatha. You know, 12 hours, continuously, from morning 4 o'clock, hearing Harikatha. I heard it from some source, you know. So, how much Harikatha I can hear? You know, so, if I am going to express this kind of mood, it's not good. Вот если мы по всяким мелочам гневаемся, то это плохо из-за каких-то мелочей. Initiated to open mobile and see what is happening here, some dirty thing also. They are using mobile. Tuchha sakti. If they can realize where is Krishna bhajan, and they can make urine on mobile, you know. If that mobile is not going to use люди осознали, что такое Кришна Баджан, они откажется от всяких вещей. Ну, Махарадж также приводит пример, кто-то привязан к просмотру всяких новостей, с телефоном спит буквально. Но опять же, если телефон в служении Кришне находится, то это другое. You know, not giving me chandan, not giving me mala. The mala was finished. I can give me a mala to you. I don't like to get mala. You can get it. So, kutinati. Kutinati. This way actually all small things. He should have taken permission from me before being very small thing. He was busy to do Krishna Seva, Guru Seva. How you can? Kutinati. Very small things, fighting. Fighting over small things is called kutinati. Very small things. И вот это кутинати, значит, привязанность к каким-то мелким вещам и спор на их счет. Следующая парадрава. Если мы причиняем вред другим. You are very expert in it. Парадрамин. You are not going to speak about their absolute truth. You want to hide that absolute truth. Если мы пытаемся скрыть абсолютную истину, это вот очень плохо. Парадро, дживхимса. Парадраха, дживхимса. You know. So you are doing парадро. You парадро mean you are going to show дживхимса. You are not going to guide people properly. И вот дживахимса, если мы ради какой-то мелкой пратиштхи, кто-то стремится к какой-то славе, то это тоже плохо. Мы хотим enjoy the name and fame of PBS Acharya.
кто-то хочет, если кто-то стремится к имени, к славе предыдущих ачарий, то это очень плохо. У меня никогда не было таких мыслей, чтобы наслаждаться славой моего Гуру Махараджа. Вы можете найти хотя бы один пример, когда я такое делал, но иногда можно видеть какие-то ачарьи первым делом заявляют, что я совершал служение тому великому ачарью вот, всю жизнь. И и пытается таким образом как-то стяжать на себя славу этого предыдущего ачарьи или одобрение чего-то получить. Ну вот такие люди могут иногда подлизываться, что вот мы совершали служение какому-то вайшнаву, который проповедовал по всему миру. И all different kind of, insulting, quotation, everything given by that acharya, still it is okay. Because I am getting my pratishtha. I can prove. Ну, Махарадж имеет в виду, что ради какой-то славы некоторые люди готовы на все. Но чистые гуру вайшнавы никогда не ведут себя так. Их баджан, их настроение, их харикатха, они... Это их есть подлинное «я», им не нужно как-то пытаться стяжать славу предыдущих ачарий, автоматически слава сама приходит к ним, благодаря их уникальной харикатхе, поведению, вайшнавскому этикету, характеру. Все это доказывает и показывает. Их тато-сиддханту внутри их сердца автоматически, если вы заинтересованы в этой абсолютной истине. И смотрите, хридая-дарбалья, слабость сердца, разделена на четыре части. Махарадж говорил об этом Тучча-шакти, а потом что-то, что не имеет никакой связи с Кришна-бхаджаном, если мы привлечены этим кутинати, спор по каким-то мелочам, парадраха, зависть к чему-то или кому-то, и дживахимса, насилие в адрес живых существ. Если мы не говорим о том, что услышали от Шри Прабхупады и Бхактивинода Такура, обманываем кого-то, это худшее из дживахимсы. Потом пратиштха. Пратиштха – желание славы и почести. Она может съесть суть нашего бхаджана. Мы можем изучить и посмотреть историю много раз. Такое случалось, но и вот я хочу обсудить, но времени все не хватает. Пратиштха, она очень-очень опасна. Если у меня есть хотя бы какой-то запах пратиштхи, то я не могу говорить харикатху. То есть это будет не харикатха, а просто испражнения какие-то. Если у нас есть желание пратиштхи, желание славы и почести, то тогда такой человек не может говорить харикатху, это не шутки. With that Vaikuntha jagat, it is not possible. Если у кого-то есть пратиштха, то это нарушает связь с Вайкунтхой, и вот слабость сердца, и вот среди всех, в общем, этих недостатков, желание пратиштхи хуже всего. И мало кто может спастись от этого, даже великие, какие-то знаменитые ачарьи, они не могут избавиться от этого желания пратиштхи. Это последний пинок Майи Деви. Кто-то может избавиться от желания денег, женщин, еще чего-то, но желание славы, оно очень опасно, оно оскверняет наше сердце. И как же говорить харикатху в этом случае? Оскверненным сердцем, с оскверненным сердцем, если мы будем говорить харикатху, то
это не харикатха, это осквернит слушателей также. Мы должны думать снова и снова, какую харикатху мы слушаем. Я делаю все для вас, но не каждый может осознать, по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура Гурварги, я даю все вам, но не каждый может осознать такое плачевное положение. Кришно тадья пад панкажо панжарантам аддайва мебишату манасараджахамса прана праяна самай кафа бата питтайхи кантавародханам видхо бхаджанам кутосте суджанар бударадито паду югам югадхарма дурандара патрубарам Бхардавая дая капуя падам, пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам, пранамами сада Прабхупаду падам. Ванча калпатурасики басинд вебача патитанам паванабхавишна бьо намо.